Всем привет, дорогие друзья! Начинаем свой очередной обзор с Крымского моста. Сегодня у нас видео с горы Митридат. Очередное. Вот мы смотрим с вами на арку. Автомобильная дорога. Делают разделительные, устанавливают разделительные барьерные ограждения осевые по центру дороги. Ну, особо здесь сейчас комментировать нечего. Вы посмотрите видео. Ну, какие-то знаковые моменты, может быть, я что-то скажу. А сейчас я решил ответить на часто задаваемые мне вопросы в комментариях. Постараюсь на них ответить, что все равно их потом будут задавать. Уже 25 раз отвечал на них, но все-таки нужно еще раз напомнить об этом. Самый часто задаваемый вопрос, что будет с техническим мостом после строительства основных мостов дорожного и железнодорожного. Многие предполагают версию отдать рыбакам этот мост. Ничего никому отдавать не будут. Мост полностью будет демонтирован. Объект стратегический, туда на пушечный выстрел никого не подпустят. И на остров Тузлу только технические службы. Кстати, фирма уже выиграла одна до июля 2019 года, или июня 2019 года на обслуживание моста. С 1 мая 2018 года. Это первый вопрос. Второй вопрос. Будет ли на автомобильном мосту пешеходные дорожки или велосипедные дорожки? Ну, ответ на первый вопрос. Напрашивается ответ и на второй вопрос такой же. Объект стратегический, никаких дорожек пешеходных и велосипедных на мосту не будет. Две полосы движения в каждую сторону. И обочина. На дороге будет стоять 10 видеокомплексов фиксации нарушений. И помимо этого еще камеры. Со стороны Тамани и со стороны Керчи будут досмотровые пункты. Там будут находиться специальные эвакуаторы. Не дай бог, если что, машина поломалась или какое-то ДТП. Чтобы быстро все эвакуировать и не создавать пробку. Да и будет помогать в этом система автоматического управления дорогой. То есть она может непосредственно закрыть одну из полос. Это будет видно все на информационных знаках, если там какое-то ЧП произошло. И быстренько все это дело отгрузить и увезти. Так что, потому что тоже многие задают вопросы, что будет, если там машина сломается. Ну, естественно, пишут, никаких смотровых площадок, а как же селфи сделать? Ну, придется два варианта. Или по ходу движения делать селфи, ну, смотреть, чтобы не вывалиться из машины. Или не делать селфи вовсе. Потому что, помните, по Ютубу ролик ходил. Одна девушка хотела сделать селфи в Таиланде. Высунулась из машины и головой снесла дорожный знак. Ну и все, девушка погибла. Дорожный знак поставили на место. Так что таких экспериментов советую вам больше не делать. Так, идем дальше. Какой еще там вопрос? А, и вопрос еще был, почему автомобильная часть моста и железнодорожная часть моста не в одном уровне? Постараюсь ответить. Уклоны для автомобильной части моста и автодорожной части моста совершенно разные. Допуск автомобильной части по уклонам гораздо больше, чем железнодорожной части. Поэтому строители и воспользовались максимальным разрешением по этим нормативам. И сделали автомобильную часть дороги максимальный уклон
чтобы сэкономить средства. А в железнодорожной части требования по уклонам намного жестче. Он должен быть намного плавнее. Поэтому и получилась такая разница. Первое, что, почему так сделали, и основное, это экономия средств и сокращение сроков строительства. Представляете, если бы автомобильную часть делали в одном уровне с железнодорожной, это сколько перерасход какой арматуры, бетона, трудовых ресурсов. Посмотрите, сейчас вот идет строительство, железнодорожная часть, какие массивные высокие колонны. Автомобильную часть из 19 километров моста, 2 километра с крымской стороны проходит по насыпной искусственной насыпи. Так что здесь значительная часть времени и средств экономится. Да, но и не нужно. Ну да, единственное, что, конечно, красота неописуемая. Так, еще вопрос был, что за ограждения вдоль моста идут со стороны Черного моря. Металлоконструкции из воды выглядывают. Так не пришли мы к единому мнению. Многие говорят, что это под реперные точки соорудили все. Ну, реперная точка — это точка привязки при строительстве моста. Она нужна для геодезистов. И в последующем для контроля за мостом, там, если будут какие-то незначительные просадки, ну как себя ведет мост, снимаются показания, съемка геодезистами, и на основании их съемок делаются выводы, как себя ведет мост. Но это же, опять я вам повторяю, многие говорят об этой версии, ну она не доказана до конца. Эта версия, некоторые говорят про другое, что это для, как используется, как ледорубы, при, когда лед на в проливе. Но дело в том, что лед в проливе идет с Азовского моря, совсем с другой стороны, а эти металлоконструкции со стороны Черного моря. Другие говорят, что это в целях безопасности, чтобы какие, не дай бог, какое-нибудь там судно не напоролось на опоры специально или не специально, и они будут препятствовать. Как говорил один классик в фильме, есть ли Бог на свете, нет ли Бога на свете, науке неизвестно, и то недоказуемо. Ну, а здесь мы видим факт присутствия этих сооружений, и пока точно мы не знаем, версий много, но они все, как говорится, недоказуемы. Кто знает точно, напишите, пожалуйста, в комментариях, что же все-таки это такое. Так, ну вот это, пожалуй, самые основные вопросы по мосту. А, еще арки. Как будут ли арки подсвечиваться? Да, арки будут подсвечиваться, планируется их подсвечивать цвет российского флага. Три цвета будет: красный, синий и белый. Сейчас, по-моему, даже этим уже и занимаются. Работа уже подходит к финишной прямой по подсветке. И ночью, в вечернее время он будет гореть, будет его издалека видно. Так, а еще вопрос. Какова длина арки? Длина обоих арок, железнодорожной и автомобильной, 227 метров. Подарочное судоходное пространство 187 метров. То есть, где ходят суда, 187 метров. Глубина Азовского моря в районе арок 8-9 метров. Арки покоятся на двух колоннах за номерами 252-253. Под ними погружено под каждой по 95 свай, труба свай диаметром 1420 миллиметров, с толщиной стенки 40 миллиметров.
из трубосвай извлечен жидкий нестабильный грунт, погружены армокаркасы, и все это забетонировано тяжелым гидротехническим бетоном. Ну вот мы сейчас подошли плавно к эстакаде шоссе Героев Сталинграда. Народу явно там увеличили, чтобы успеть по срокам, потому что это самое сейчас узкое место в строительстве всего комплекса сооружений моста и мостовых подходов к нему. Это вот непосредственно шоссе Героев Сталинграда. Трасса Таврида упирается в эту эстакаду, и если не успеть ее сделать, то остается два выхода: или ставить светофор, или ждать, пока не закончат строительство эстакады. И то неприемлемо, поэтому увеличили людской ресурс, много ИТР на стройке постоянно стоят над душой. Ну, вроде как дело пошло побыстрее, и будем надеяться, что шоссе Героев Сталинграда будет сдано в срок, вовремя, и не будет являться тормозом прогресса. Шучу, не будет являться тормозом при открытии Крымского моста. Какие там еще у нас вопросы были? Сейчас я вспоминаю. Вы пока смотрите. Мы вернулись к Карпам и вот в сторону Тамани немножко посмотрите. А, еще тоже очень часто задают вопрос, что смотря на автомобильный мост, создается впечатление, что уклон очень сильный, и фуры якобы не вытянут в этот подъем. Нужно будет там тягачи ставить и прочую спецтехнику. Это видео вы смотрите только с ракурса, с одного ракурса. Посмотрите с других ракурсов, и вам все станет ясно, что там все плавно, конечно, не так плавно, как на железнодорожной части, но все плавно, никаких кивачей туда не надо, все будут ездить хорошо и красиво. Просто, как говорится, это оптический обман зрения. Расстояние большое до объекта, и камера как бы это все сжимает, это дело, и кажется, что уклон очень большой. И даже посмотрите, уклон идет там порядка километра, а на камере вот с этого ракурса видно, вот стоит столб освещения, в нем 9 метров высота в натуре, и они почти один по одинаковые по расстоянию, так что это всего лишь оптический обман зрения. Ну, на этом, друзья, разрешите мне закончить очередной отчет. Подписываемся на канал, ставим лайки. И до новых встреч в новых видео.